Погода радует берестейцев стабильной жарой, поэтому ежедневно на городских пляжах можно наблюдать сотни отдыхающих. Для них сотрудники МЧС и представители Белорусского республиканского союза молодежи постоянно проводят различные профилактические мероприятия, главная цель которых – противостоять беде. Большинство людей больше времени проводит на водоемах. Независимо от вида водоема, необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности, не допускать грубых нарушений правил поведения на воде. Представители молодежных отрядов охраны правопорядка будут участвовать в мероприятиях на протяжении всего лета. Предварительно ребята проходят комплексные инструктажи, где их обучают оказывать первую помощь пострадавшим. А ведь в спасении тонущего мгновения жизни исчисляются секундами. Раз в квартал у нас всегда перед началом данной акции, потому что она большая, затяжная. Мы активно принимаем участие, проводим данные, так сказать, семинары учебы. Сейчас, естественно, из-за эпидемиологической ситуации массово мы не можем проводить, как раньше, но это не мешает нам, так сказать, делать, проводить какие-то минимальные вебинары. Вот на прошлой неделе мы в областном комитете БРСМ совместно со СВОД и МЧС мы проводили такой минимальный вебинар на час, где нам показывали, что делать, так сказать, первые наши действия при первых признаках утопления человека до момента, пока не приедет спасатели либо скорые. Всего на территории областного центра 5 зон, где купание официально разрешено. Здесь дежурят представители освода. Кроме того, о правилах безопасности на берегу и на воде регулярно напоминает специальный вещатель. Причем это меры безопасности как для пловцов, так и для тех, кто использует лодки. При катании на лодках категорически запрещается. Катание на лодках в нетрезвом состоянии. Катание детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Однако каждый отдыхающий должен помнить одну простую истину. В первую очередь ответственность он несет за себя сам. Поэтому перед тем, как сделать опрометчивый шаг, лучше хорошенько подумать, чтобы летний отдых оставил только приятные впечатления.